Здравствуйте, дорогие друзья! Все мы знаем, что события прошлого нельзя изменить. Поэтому история, наука, изучающая прошлое, казалось бы, должна быть самой фундаментальной и незыблемой. Но жизнь не лишена иронии. Современная академическая наука, изучающая неизменные события прошлого, является самой нестабильной из всех. А все потому, что меняется не само прошлое, а его трактовка. То в угоду какому-то политическому строю, то в связи с обнаружением новых фактов. К сожалению, первое чаще имеет место быть. Сегодня же предлагаю попытаться сделать второе, и для этого мы отправимся в город Касимов Рязанской области. Нас интересует Соборная площадь, а если конкретнее, торговые ряды, которые расположены между трех церквей. Кстати, дом Алянчиковых, в котором расположен краеведческий музей, имеет купол, но при этом храмом не является, хотя внешне похож. Но это так, к слову. Сначала мы посмотрим на здание, у которого завершена черновая реставрация, но еще не проведены отделочные работы. Это здание 3Б. А затем сравним его с соседним зданием 3А, за которое современные реставраторы еще толком не брались. Но для начала традиционная, краткоофициальная историческая справка. Касимов занимает особое место среди других городов Золотого кольца России. Здесь старинные памятники средневековой татарской архитектуры органично соседствуют с живописными православными церквями. Небольшой городок на просторах заповедной Мещеры всего на 4 года младше Москвы. Как российскую столицу Касимов основал князь Юрий Долгорукий. В 1152 году новое поселение называлось Городцом Мещерским. Оно стояло на высоком левом берегу Оки и играло роль пограничной крепости, защищая Владимиро-Суздальское княжество с восточной стороны. Во время монгольского нашествия на Русь деревянный город был сожжен дотла, и его пришлось отстраивать заново. В 15 веке Московское княжество возглавил Василий Темный. В 1452 году, в благодарность за помощь, которую ему оказали татарские царевичи Якуб и Касим, московский князь подарил Касиму город на Оке. Так, среди бескрайних мещерских лесов и болот образовалось новое ханство, которое просуществовало более 200 лет. Парадными воротами города всегда была Соборная площадь, которую часто называют музеем под открытым небом. На ней стоят 6 памятников архитектуры федерального значения 18-19 веков. До конца 18 века пространство площади было окружено крепостными стенами и именовалось Кремлем. Крепость и земляные укрепления были уничтожены в ходе перестройки города по генеральному плану, составленному еще в 1780 году. Согласно этому плану, на площади предполагалось возведение новых торговых рядов, а дома, окружавшие площадь, планировалось строить с лавками. До 20-х годов 19 века городская торговля еще как-то теснилась в старых рядах, но со временем городские власти приступили к строительству каменного гостиного двора. Еще их называют торговые ряды. В 1823-1825 годах провинциальный архитектор-самоучка Иван Сергеевич Гагин создал подробный проект главной площади Касимова, и его утвердили губернские власти. По замыслу архитектора здесь должны были стоять не только представительные храмы и особняки, но и отдельные здания торговых рядов. Возведение торговых рядов заняло несколько лет и проходило с задержками. Причиной этого стал опустошительный пожар 1828 года, который уничтожил всю центральную застройку Касимова. Горожане были вынуждены потратить много средств на восстановление сгоревших зданий. Поэтому архитектурный проект Гагина не удалось реализовать полностью. К 1829 году закончили 2 из 4 корпусов. Еще через 10 лет возвели 3-й корпус, а 4-е здание так и не было построено. Торговые ряды возведены в лучших традициях стиля ампир. Гагинские строения очень пропорциональны и даже в не до конца отреставрированном виде оставляют настолько сильное впечатление, что мимо них не проходит ни один приехавший в Касимов турист. Каждый из лавок представляет отдельное помещение за массивной дверью. Над дверями расположены окна, благодаря которым внутрь проникает дневной свет. В 1960 году комплекс из 3 торговых рядов был принят под государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР за номером 1327 от 30 августа 1960 года. В 2015 году его включили в реестр объектов культурного наследия. Капитальная реставрация архитектурного памятника занимается несколько лет, однако она так до конца и не закончена. В городе с населением около 30 тысяч человек едва хватает средств на решение неотложных нужд. В отреставрированных зданиях в будущем планируют разместить кафе русской и татарской кухни,
туристский информационный центр, сувенирные лавки, фондохранилище Касимовского музея-заповедника и помещение для проведения выставок. Конец краткой официальной исторической справки. В Туле пожар, при котором горел даже камень, случился в 1834 году по официальной хронологии. В Касимове опустошительный пожар был в 1828 году. Да не, показалось, не бывает таких совпадений. Еще в официальной информации говорится об одноэтажных зданиях торговых рядов. Ну что же, вы сами дальше увидите, сколько у них этажей. Особенно, когда мы спустимся в так называемый подвал и увидим там окна в землю. По самому городу Касимову еще будет подробный фильм. Сейчас же сделаю буквально пару заметок, чтобы уважаемый зритель понял, собственно, о каком месте идет речь. Официальная история города берет свое начало с 1152 года. На карте 1224 года город уже обозначен, а это минуточку спустя год после битвы на Калке между объединенными русско-половецким войском и монгольским корпусом Джабе и Субедея, ну, если верить официальной истории. Но куда интереснее карта 1812 года для Наполеона. Это очень подробная карта, друзья. При случае изучить ее внимательно. На ней обозначены практически все деревни и села, даже в самой глуши, от севера России до ее юга. Но при этом область северо-восточнее Рязани и до Касимова – это одно белое пятно, где практически ничего нет. А сам Касимов обозначен как крепость-звезда. Но это еще не все. Гусь Железный на карте не обозначен вообще никак. А ведь металлургический завод Баташовых, о котором мы рассказывали в одном из прошлых фильмов, этот завод в 1812 году уже действовал и давал продукцию из чугуна и железа. И, как утверждает официальная история, в ассортименте продукции были пушки и ядра. Но, видимо, Наполеону с его чугунными пушками и ядрами этот завод был неинтересен настолько, что его даже на карты не нанесли. А вот уездный город Касимов обозначили как крепость-звезду. Как оказалось, это вовсе не случайность. Вот на карте 1809 года Гусь Железный и завод Баташовых также не обозначены. Хотя в расшифровке условных обозначений этой карты значок завода присутствует. То есть где-то на этой карте заводы все-таки обозначались, но не в Гусь Железном. Зато мы видим, как через уездный Касимов проходит дорога губернского значения, причем дважды пересекая Аку. Остатки этой дороги на современных спутниковых снимках видны по сей день. И проходила эта дорога как раз мимо объекта номер 7, который является круглым озером. Интересно, по какой причине перестали пользоваться этой дорогой и сделали обходные? Уж не потому ли, что у местного населения эти места считаются гиблыми? Ну о местных легендах, связанных с этими местами, о том, что это за круглое озеро такое и как оно связано с пустым местом в самом центре Рязанской области, мы рассказываем в фильме о результатах анализа проб грунта из этих мест. Ссылка на фильм есть в описании. А мы давайте уже приступим к осмотру торговых рядов. Но прежде, друзья, если вам не трудно, прошу вас поставить на паузу и написать в комментариях, как вы считаете, в 19 веке с нуля строили здания торговых рядов или все же восстанавливали, как и остальной город? Здание 3А. Под арками расположены трое ворот. Сейчас они заложены кирпичом, а те, что справа, и вовсе утонули в земле. При этом хочу сразу заметить, что неоштукатуренная часть – это уже реставрация, выполненная современным новым кирпичом. При этом во время реставрации сделаны ворота, утопленные в земле, и затем ворота заложены другим кирпичом, чтобы проемы были отчетливо заметны. Вот фото этого места, сделанное в 2010 году. Это колокольня Успенской церкви. Здесь интересно то, что чем ниже, тем хуже качество камня. При всем этом это даже не фундамент. Стены находятся выше уровня земли. Друзья, вы видите заложенный проход? А вот Вознесенский собор имеет классические окна в земле, но не имеет колокольни. В годы советской власти колокольню Вознесенского собора разобрали, а храмовое здание занимали разные организации. Сразу за торговыми рядами дорога уходит резко вниз. Там начинается спуск к Оке. Торговые ряды постепенно реставрируют, при этом заменяя старый материал на новый и кое-что меняя во внешнем виде. Вот, например, здание 3Б. На фото 1900 года мы видим трое ворот с торца, причем левое уже наполовину заложено, а правым еще пользуются. Вот фото 1991 года. Посередине ворота, а по краям уже окна, хотя заложены менее чем наполовину. А в наше время крайние ворота заложены уже наполовину белым камнем.
Как сейчас принято говорить, выполняющим роль фундамента. Говорил ранее и повторюсь опять, наличие белого камня внизу стены вовсе не означает, что это фундамент. Это просто облицовка. Эти камни даже роль гидроизоляции не выполняют, ибо не перекрывают всю стену. Прекрасно видно отреставрированные участки. Помимо белого камня и колонн, это поля кирпичной кладки другого цвета. И да, надеюсь, вы обратили внимание на два этажа у этих одноэтажных зданий. Также новую кладку видно по серым швам, так как для кладочного раствора в наше время использовался цемент, а не известь. Идем по галерее корпуса 3Б и видим бетонный пол, стяжки и заплатки в стенах. Много заплаток, они особенно бросаются в глаза, так как изначально стена построена из крупноформатного кирпича, а заплатки из современного, который меньше размерами. Пол и потолок залиты бетоном. Все колонны корпуса 3Б выложены современным кирпичом. Учитывая размеры современного кирпича и диаметр колонн, можно смело утверждать, что эти колонны полностью новодельные. И даже петли ворот вделаны в современный белый камень, поставленный на цемент. Здесь очень показательный участок стены. Обратите внимание, там где стяжка, кладка старая, кирпич крупноформатный, а ниже это новая кладка современным кирпичом. Но швы на старой кладке уже заполнены современным цементом. Ничего не хочу сказать против реставраторов, просто показываю вам, друзья, важные детали, ибо не все их замечают. Кстати, не помните, где мы уже много раз видели такие элементы стяжек? С противоположного торца это здание выглядит так. Попробуйте сами определить, где тут современная кладка, а где старинная. И обратите внимание, с этой стороны у зданий всего один этаж. Как, собственно, и говорится в официальной информации. Справа это корпус 3Б, слева корпус 3А. При этом с противоположного торца этих же зданий у каждого было два этажа. При более внимательном осмотре стен отреставрированного корпуса видно, что новая кладка расположена ниже старинной. То есть, учитывая толщину стен, можно понять, что сделать облицовку хоть современным кирпичом, хоть белым камнем труда не составляет. В наше время так проводятся реставрационно-ремонтные работы. А кто сказал, что 100 лет назад эти работы должны были проводиться иначе? Тем не менее, но корпус 3Б выглядит действительно красиво, но от изначальных материалов мало что осталось, и, как мы видели, внешний вид также изменился. Вот так выглядит отреставрированное здание торговых рядов корпус 13Б с внешней отделкой. Рассмотреть на нем что-либо уже просто невозможно. Поэтому особый интерес представляет корпус 3А, который все же ближе к первоначальному варианту. Давайте теперь осмотрим его снаружи и изнутри. Оба торца корпуса 3А также новодельные. Поверх старых каменных блоков выложен современный кирпич. Особого внимания заслуживает подвал корпуса 3А. Причем хочу заметить еще раз, что на корпусе 3Б это был полноценный первый этаж. Если смотреть внимательно, то видно, что стиль кладки боковых стенок и арки разный. По краям стен мы видим камень, которым облицовано все здание по периметру снаружи. Сопряжение внутренней части стены с наружной выполнено не очень качественно в этом месте. К тому же арка имеет явную ступеньку, разделяющую арку на две части. И та часть арки, которая ближе к зрителю, выполнена в одном технологическом процессе с куском боковой стены. То есть налицо поздние переделки. А вот непеределанные арки выглядят как-то так. Напоминаю, что проезд между корпусами выглядит вот таким образом, и переделанная арка находится здесь, а не переделанная здесь. Позже мы посмотрим на эти арки изнутри, из так называемого подвала. А пока продолжаем осмотр снаружи, здесь еще много чего интересного. Например, ниши с внутренней стороны стен галереи. Наверняка найдется тот, кто скажет, что это ниши для статуй. Еще раз подчеркиваю, с улицы эти ниши не видны от слова совсем. Вполне резонно можно предположить, что там стояли не статуи, а, например, манекены, если в этих торговых рядах располагались магазины одежды. Возможно, но тогда возникает закономерный вопрос о целесообразности строить именно так. Или еще на этапе проектирования было известно, что тут будут магазины одежды. А ведь официально утверждается, что после постройки лавки разыгрывали среди купцов по жребию. То есть изначально невозможно было предусмотреть, что тут будут именно магазины одежды. Даже если это было известно изначально, почему было не расположить ниши с уличной стороны, чтобы представить товар лицом как можно большему числу людей, а не только тех, кто ходит внутри галереи? Однако, если предположить, что когда-то это был второй этаж,
то ниши с внутренней стороны стен галереи вполне могли быть предусмотрены для облегчения этих самых стен. И так как никакой декоративной функции они не несли, то потому их и расположили внутри галереи. Кирпичные колонны стоят на простых досочках. Это потому, что когда-то тут был камень в основании, точно так же, как у соседних колонн. Это еще раз говорит о том, что этот камень всего лишь внешняя отделка, декорация, а никакой не фундамент. А здесь вполне очевидно, что просто засыпали вход в подвал, чтобы сделать ровную площадку перед воротами. В арках со стороны соборной площади доделаны ступеньки, причем доделаны так, что ступеньками заложен низ арки. Друзья, и если вы смотрели внимательно, то наверняка обратили внимание, что с противоположной стороны корпуса 3А арки также заложены снизу ступеньками. То есть все эти арки были еще выше. А судя по спаренным полуколоннам, сверху был еще этаж. Вряд ли такое архитектурное решение, как мощная арка, привязанная стяжками к основной стене, и спаренные полуколонны по ее бокам, было придумано, чтобы просто держать одну досочку. Такой вид имеет корпус 3А со стороны Вознесенского собора. За каждой парой полуколонн со стороны галереи есть те самые ниши. Причем некоторые из этих ниш маленькие. Они тоже для статуй. Многие ниши с внутренней стороны галереи, которые расположены со стороны площади, в настоящее время заложены. Если не полностью, то наполовину. Интересно, но почему не полностью? По белому силикатному кирпичу становится понятно, что эту нишу заложили уже в советское время. Здесь уже ступеньки вниз, в отличие от противоположного торца здания. Современный потолок в галерее корпуса 3А чем-то напоминает монолитный бетон. Окна из подвала переделаны в продухи, а на новодельном углу этот продух уже вообще замурован, видимо, за ненадобностью. Такой вид корпус 3А имеет с торца со стороны соборного парка. А теперь давайте отправимся в подвал. Спустившись в него, мы видим полноценный этаж, стены которого выложены белым камнем, который уже почернел от сырости. А там, где сейчас вход, изначально было большое окно, которое уменьшили, сделав дверь или маленькое окно. Также видим заложены арочные проемы в смежной комнаты. То, что арки заложены, легко понять потому, что перегородочная стена просела и под потолком образовалась щель. Помимо мусора, изнутри подвал засыпан рыжим грунтом, похожим на глину.
причем другие комнаты засыпаны глиной еще больше. Проход между комнатами пробит уже в готовой стене. Сейчас, сейчас, мне надо обязательно задокументировать. Сейчас я вылезу. Сейчас я выйду. Но вот окно на Соборную площадь было заложено сразу при постройке. Да, друзья, с той стороны та самая Соборная площадь, где ступеньками заложены арки. В третьей комнате видим огромное арочное окно или, возможно, даже ворота. Напомню, что проезд между корпусами выглядит вот так, и эта арка находится здесь. Всего в нижнем этаже было возможно пройти в три большие комнаты. А снаружи за мной постоянно следовал охранник и требовал, чтобы я вылез, угрожая вызвать полицию. В остальные помещения нижнего этажа проход перекрыт физически. Двери просто заложены кирпичом. Друзья, вы сами все видели, и если вам не трудно, то снова прошу вас, оставить в комментариях свое мнение. Как вы считаете, в 19 веке строили эти здания или все же восстанавливали? А я на этом не прощаюсь, дальше будет больше. Самое интересное еще впереди. Благодарю вас за внимание, за то, что досмотрели до конца. Всего вам доброго, до скорых встреч!